Книга «Открытым оком», третий том, тема «Богослужение», вопрос 1137. Подобны ли Иерусалимский храм и православный по внутреннему оформлению? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У православных взято очень много из Ветхого Завета. Внутреннее разделение храма, святое святых. Там многое было в прообразах. На 12 медных валах стояло медное море. Сегодня икона 12 апостолов, просвещавших Вселенную. Так там жертвенник, у нас крест. Там заколался агнец, у нас распялся Христос. Апостолы посещали храм после вознесения Иисуса Христа в основном для того, чтобы засвидетельствовать о пришествии Мессии. Первые христиане собирались молиться по домам, сегодня у одного, завтра у другого. Деяния 2:46. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Деяния 5:42. И всякий день в храме по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Деяния 20:20. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Нам сегодня не хватает простоты во Христе. 2 Коринфянам 11:3. Но боюсь, чтобы как бы змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. У нас, православных, отсутствует эта простота во Христе. Все благовестие тогда заключалось в одном – в проповеди о Христе. 1 Коринфянам, 15 глава, 1:4. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. У них не было ничего из того, что есть у нас. Копия баптистов, тайно собиравшихся по домам. Мы не тоскуем о простоте во Христе, потому что нет нас духовного, и мы не сверяем свою веру с Писанием. Если нет у батюшки и Петрохили или наручников, уже не говоря про антиминс, и все остановилось. Мы намертво связали себя предметами, сделались их заложниками. Нам бы что-то строить, стряпать, создавать видимость какого-то дела. Едет куда-то патриарх, папа, конгрессы, встречи, крестные ходы. Все это человеческое и ни на шаг не приближает ко Христу. Змей хитростью прельстил православных, и этого Павел боялся. Повторяю, создана совершенно новая религия под именем православия, не имеющая обоснования на страницах Священного Писания. Послание Ефесянам, 2 глава, 19 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Про нас же можно сказать, что мы тысячелетия придумывали разные прибаутки и прилагали их к себе как будто с одной целью, чтобы уклониться от простоты во Христе, все зашифровать, усложнить и сказать, что мы сделали не свои, а чужие Священному Писанию, а значит и Богу.